Друзья, всем привет! Вы на канале «Жизнь в эпизоде» и с вами Галина. Я приехала в магазин на скидки. В магазине «Максима» сегодняшнего дня начались «Кухостуспяевот», что означает на русский язык скидки на чистящие средства, на бытовую химию. Посмотрите, резиновые перчатки 5,99. В них 40 штук. А тряпочки для уборки из микрофибры 5,99. В них 4 штуки. Вот разных цветов. Каждая штучка стоит 1,50 €. Это губки. 19 € цена за упаковку. Одна штука 60 центов, то есть здесь их 2 штуки. Вот еще тряпочки для уборки, 29 €. Одна тряпочка. И вот что значит фирма Виледа, потому что смотрим, такие же тряпочки для уборки более простой фирмы Home Expert, домашний эксперт, и цены уже совсем другие. Вот 19 €, 50 штук, и одна тряпочка стоит 2 цента. Универсальные салфетки для уборки 99 €, 120 штук. Это салфетки для кухни 75 €, то же самое, по цене 2 цента за штуку. Ну, вот здесь еще какие-то салфетки, то же самое, по той же цене. Здесь для посуды. Вот таблетки для посудомоечной машины 7,99 € с запахом лимона, 30 таблеток. Здесь тоже таблетки для посудомоечной 8,99 €, 50 штук. Здесь ополаскиватели для стирки, вот 2,89 €, 925 миллилитров, мини-риск. Дальше тоже ополаскиватели, вот по такой цене 3,19, 3,79. Экологически чистое дерево изображено, зеленое. Из той же серии для стирки гель 7,59 € на 33 раза рассчитан. Вот в таких канистрочках 1,5-литровых. Вот немножко подешевле есть гель для стирки 6,29 €, но его, собственно, и поменьше, чем 1,5 литра. И вот здесь марка Persil, такие большие упаковки на 3 литра. Это тоже гель для стирки. И вот вы представляете, я обратила внимание, что порошка стирального я не вижу. Везде гели и капсулы. И вот здесь тоже капсулы для стирки белья. Гигантские упаковки, просто на 74 капсулы. И вот стоимость 18,99 €. И действительно, пока что я не вижу стиральных порошков. Просто интересно, что это теперь стало не актуально. Друзья, нашла полку со стиральным порошком. Это как-то меня утешило, что он, в принципе, еще существует. Но скидок на него нет. Вот видите, цены обычные.
я приближу, чтобы вы видели. Вот на 3 килограмма, например, упаковка 6,99. Вот здесь скидка на Ариэль 10,79 стоит около 2 килограмм. Немножко не хватает до 2 килограмм. А вот здесь скидки на Персил. Тоже килограмм с небольшим. Вот такие цены. Но самого порошка почему-то нет на полке. Или разобрали, или просто не подложили. Остальные вот так, которые без скидки. А здесь в бутылочке отбеливатель для белья. Литр в этой бутылке и стоит 5,99. Пятновыводитель Ваниш. 1 литр бутылочка. И стоимость 3,99. Вот такие штучки Бреф. Это освежитель для унитаза с разными запахами. И стоимость его 5,49, такая упаковка. Здесь на этой полке освежители для туалета. Вот, например, по скидке есть баллончик. 3,29 стоит. Ну, а вот здесь тоже есть скидки, но это уже наполнители для распрыскивателя. Вот. Если без скидки, то вот такая цена. Ну и фирма Air Wick, конечно, которая знает себе цену. Так, ну что мы видим здесь на этой полке? Вот первая бутылочка 750 миллилитров, евро 85, это для мытья окон. Аякс. А дальше у нас чистящие гели. Вот для плиты мы видим. Вот для сантехники. Тоже 750 миллилитров. И вот по таким ценам. Так, здесь для удаления накипи камня 3,49. Вот такой распылитель. Вот для чистки унитаза гель, но он без скидки 2,69. 750 миллилитров Майере наш эстонский. А вот этот Харпик, он тоже для очистки унитаза 750 миллилитров, и он по скидке 2,49. Ну что, можно походить и что-то выбирать, более экономный вариант. Что касается туалетной бумаги, вот из дешевой серии. Вот такая бумага, евро 35, стоит 4 рулона. Из другой серии, вот, например, Комфорт серия. Посмотрим, какая у нее цена. Вот видите, 8 рулонов, 37 центов стоит одна пачка туалетной бумаги. Ну, а вот здесь скидка 2,15 стоит те же самые 8 рулонов, и уже один рулон стоит 27 центов. А вот самый дешевый вариант туалетной бумаги. Здесь 40 рулонов и цена 8,99, получается 22 цента стоит один рулон. Вот такая упаковочка.
принести домой, и сразу нужно будет для нее искать место для хранения.